24 апреля в парке «Зеленый остров» прошел традиционный легкоатлетический забег «Приз Ковалевых». 20-й по счету турнир стал рекордным по числу участников. Стартовые номера получили 430 бегунов разных возрастов. Здесь бесплатное участие, ничего не нужно, просто желание. Дистанция небольшая, 6,8 километров. Большая площадь, хорошая геолокация, парк, море позитива. Участники соревнований взяли хороший темп сразу со старта. В состязании мужчин лидерство захватил известный легкоатлет Михаил Кульков. Спортсмен уверенно в одном ритме бежал по дистанции. Выиграл забег на 6 километров и 800 метров с результатом 21 минута и 16 секунд. Это одно из лучших достижений за всю историю турнира. Бежалось хорошо, потому что сегодня погода хорошая, ветра нет, то есть таких сражений с ветряными мельницами нет, поэтому можно просто бежать и получать удовольствие. Пользуясь случаем, приглашаю всех бегать. Приходите бегать, участвовать в соревнованиях, которые в Омске проводятся. Это очень интересно, и вы найдете много новых друзей и прекрасное времяпрепровождение. Призерами забега в споре мужчин стали Владилен Волошин и Станислав Горденко. Острое соперничество было и в состязаниях женщин. В отсутствие ведущих омских легкоатлеток в спор за медали включились сразу несколько спортсменок. Победительницей забега с результатом 26 минут и 18 секунд стала Ольга Роганская. Серебро завоевала Карина Гончарова. Третьей финишировала Ольга Ломовцева. К бегу готовилась, то есть до этого недавно была на сборах. Бежала по своим силам, в конце получилось даже добавить, и к финишу я обогнала несколько девушек, то есть где-то только с 4-го километра я, наверное, стала первой, и это лидерство удалось мне сохранить, и я победила. Яркие эмоции на заключительных метрах забега, поддержка болельщиков, ускорение. Бег – это, кажется, продолжение жизни, это радость, энергия. Это чувствует себя намного моложе, чем возраст, что вот не бегать прям так. И это как-то спать коллектив, вот все прям знаешь, общаешься. Вот. Здоровый образ жизни. Я очень рад, что 20 лет мы это делаем. Ведь, знаете, как какой-нибудь стартап начинается. 2-3 года, потом все исчезает. 20 лет наш пробег живет. Радует и нации, и мечей. Ну, я не знаю. Я думаю, все довольны. А сегодня все сложилось. И праздник известный всем. И погода отличная. Ну, и вы видите, ребята улыбаются. Это классно. Отличившиеся легкоатлеты получили кубки, дипломы и денежные призы.